Всем привет! С вами группа Rap Info, и у нас проходит розыгрыш билетов на концерт Кемпеля. Для этого нужно было сделать две вещи. Сделать репост этой записи, быть подписанным на группу Rap Info. Сегодня 1 декабря, 20:31. Три билета получат те, кто наберут больше всего репостов на своей стене. Два билета будут разыграны случайным образом. Ну давайте начнем с первого пункта. Я блокнотики помечу. Следующие ссылки. Так. 221 человек лайкнул. 112 репостили. Так. 13 репостов. Понятно. Дальше. 11 репостов. Маша Сапко. Кто у нас тут еще есть? 5 репостов. Но они в паблике. Так. 44 репоста. Я думаю, это у нас будет явно первый победитель. Так, заходим на ее страничку, смотрим, сделана ли запись. Запись сделана. Проверяем. Она состоит в нашей группе. Значит, она выигрывает уже. Наверное, не знаю, может больше репостов будет. У нас 3 человека. Так, далее. Кто у нас тут еще есть? 2 репоста. Так. Ну что ж. Так. 11 репостов. Маша Сапко, которая выиграла в первом конкурсе. Так. У меня репост есть. Она была в нашей группе. Так. И третий человек. Походу придется взять вот этого человека. Проверим, состоит ли он в нашей группе. Так, members. Да, он состоит в нашей группе. Так. Так. И теперь мы разыгрываем оставшиеся два билета. Закрываем. У нас два билета будут разыграны случайным образом. Давайте. Вот. Так вот. Давайте, наверное. Я тут нашел рандом эп, поделившийся с друзьями. Так, кто у нас там поделился с друзьями? Так, мы переносим сюда. Нажимаем далее. Выбор победителя. Саша Платонов. Это первый победитель. Вступил ли он в нашу группу? Саша Платонов. Нет, он не вступил в нашу группу. Извини. Так. О, Сергей Подколзин. Наш администратор. Но он есть в нашей группе. Не знаю, что он будет делать с этим билетом. Но он сделал репост. Вот оно. Давайте перезапустим, чтобы все было максимально честно. Ой. Вот оно.
место записи. Выбор победителя. Елизавета Зимина из Москвы. А есть ли она в нашей группе? Елизавета Зимина. А. Она есть в нашей группе. Могу ее поздравить. Вот она. Так, ну, все, 5 билетов разыграно. Не забывайте вступать в нашу группу, где есть много интересных новостей, и вскоре будет еще много всяких розыгрышей. Всем спасибо.